Аким Актюбинской области прокомментировал задержание в рамках спецоперации, которую провел «Антикор». Они расследуют возможные махинации Министерства сельского хозяйства и региональных акиматов с сельхозсубсидиями. Ондасын Уразалин заявил, что в деле не фигурируют госслужащие области. По его словам, уголовное дело возбуждено по факту приобретения и установки солнечных панелей. 80% этой работы предполагалось субсидировать, отметил глава региона. Он подчеркнул, что этой деятельностью занимался Национальный аграрный научный образовательный центр. Напомню, накануне в «Антикоре» сообщили, что к хищению субсидий в агропромышленном комплексе оказались причастны больше 30 человек. Насколько я знаю, что следственные мероприятия, и они проводятся сейчас на территории области, два человека из данного национального центра были задержаны. Что касается местных исполнительных органов, всю необходимую документацию, которая была у нас запрошена, мы ее предоставили. Это касается, наверное, деятельности там, крестьянских хозяйств. Вот, и на сегодняшний момент каких-то конкретных обвинений сотрудникам местных исполнительных органов не предъявлено. Ну, дальнейшее следствие, я не знаю, покажет.